сегодня у нас проходит официальное открытие нашей студии, которое мы очень долго ждали. Студия называется Crystal Nails. Мы внедряем прогрессивные технологии в индустрию красоты. То есть мы привозим все самое новое, все самое прогрессивное, чего еще где-то нету. Мы это ищем, ездим в Сингапур, еще куда-то ищем, привозим сюда. Я думаю, что если будет качественная работа, соответственно, будет много клиентов. А это самое главное, клиенты будут довольны. Наша политика, что клиент всегда прав. Вот и все, как говорится, цеплять клиентов хорошим качеством и низкой ценой. И, естественно, уютом и красотой, которую мы старались сделать для наших любимых клиентов. Ногти – это индивидуальность каждой девушки. Это может выразить ее красоту, какой-то характер. Мы рады видеть. Очень рады видеть всех. Всех гостей, которые к нам приехали. Во-первых, очень красивый салон, замечательные хозяйки у этого салона, две милые, потрясающие девушки. Мне действительно понравился профессионализм мастеров, что сейчас очень редко в наше время, да. И действительно очень красиво, меня впечатлила работа девочек, вот мы сети сделали замечательный маникюр, прическу. Я буду клиентом этого салона обязательно. Я желаю салону процветания, потому что в наше время это сейчас так сложно, свой бизнес открыть, открыть какое-то свое дело. И, конечно, желаю девочкам успехов в этом, привлекать побольше интересных постоянных клиентов, гостей. Вот. Но я думаю, у них не будет проблем, потому что салон очень уютный, очень красивый, там работают профессионалы. Но это процветание, то есть, скажем так, задаток и начало этому процветанию уже заложено, потому что здесь работает невероятнейшая команда. И именно люди, которые работают в салоне, являются лицом этого салона. И от того, как человеку говорят на входе «здрасте», то есть «здрасте», это тоже имеет очень большое значение. Поэтому я думаю, что вы просто обречены на успех.